Caneta azul, caneta, que não dela que vai dormir com uma capeta. Olá, gente, tudo bom? Вы даже не представляете, о чем я вам забыла рассказать. Короче, бразильцы просто обожают мемы. В Бразилии это целая религия. Вся страна это как один огромный завод мемов. В новостях по главному каналу они могут обсуждать мемы. Какой-то мем появился, и самые знаменитые актеры и певцы страны начинают его воспроизводить. И вот последний месяц я слышу отовсюду про какого-то мужика, поющего про ручку. Я хочу это видео посмотреть, в экран погас, и просветить вас хотя бы об одном бразильском меме. При всем моем португальском я пытаюсь прочитать. Видео называется «Caneta azul está marcado com minha letra». Поехали! Por isso, essa música para a família Nazaré e a família Pinto. Família Caneta Pinto. azul, YouTube. caneta azul, tá marcada com minha Letra! letra. Блин, я не могу это повторить. Канетазу. Как будто он такой хитрый. Canetazu, azul caneta, canetazu, tá marcada com minha letra. Todo Что dia с eu ando голосом? com Что? a caneta. Todo dia, что с голосом? Почему он так вибрирует и показывает? Тихо, спокойно. В этом видео что-то странное. Этот мужик, короче, сам написал эту песню про синюю ручку, про то, как ученик потерял синюю ручку и пытается ее вернуть, найти и скучает по ней. То есть припев — это просто ручка синяя, синяя ручка, синяя ручка, ручка синяя. Там Eu кому-то perdi звонят на minha фоне. caneta, e eu peço por favor, quem encontrou vem pegar ela. Мне кажется, что вот сейчас из-за его спины должны появиться 20 слонов. Он сложит ладошки и начнется какой-то танец с ним и его 20 братьями. А, короче, полное неучастие в песне, в глазах. Но как он двигается, и вот это его вибрато, что с ним, его заставляют петь. Понять мелодию куплетов невозможно. Его снимает какой-то, я не знаю, Гулливер? Почему мужик ниже меня ростом в этом видео? И он добавляет это движение. Он сказал чао. Так, теперь какая-то вторая часть видео, там в нем что происходит. Não, só de. По-моему, он себе представляет Essa Uracinha Cozinha. Motorista da ambulância, da Mangabeira. Моториста. Моторист da ambulância, водитель скорой. И главное, оператор в конце такой, tá certo. Типа, да, все нормально. У этого видео 17 миллионов просмотров. Оно даже месяц не висит на Ютубе, господи. Извиняюсь, но я смотрю еще раз это видео. Блин, ну почему он не проработал музыку в куплетах? Но в припеве эта мелодия просто, я теперь живу ею. И я теперь буду просыпаться, и у меня каждые 3 секунды в голове вот это вот. Caneta azul, caneta. Caneta azul, caneta. Caneta azul, caneta. Так, посмотрим другие видео с ремейком на эту песню, потому что, естественно, их вагон. Блин, это Лаллапалуза Бразил. Я хочу туда. Блин, это можно танцевать бесконечно. Следующий мем. Это как какая-то северная бразильская песня.
Это было охренядно! Дорогие бразильцы, если у вас есть еще какие-то мемы, о которых я должна знать, напишите об этом мне в комментариях. Плюс, если вам понравилось это видео, может быть, я сделаю еще одну реакцию. Муа! Всем мои объятия! Канета зу, лазу канета!